Сегодня православная церква вспоминает суды, что явила свету икона Казанской Божьей Мати. У Гомеле в этот день боская литургия у храме Архангела Михаила прошла с сурдоперекладом. Службы с перекладом на жестовую мову – крок до тех, кто жадает свядома быть ближе до Бога. От священнослужителей яны потребуют специальных навыков. Потребно уличивать психологичные особливости прихожан, володать специфичной мовой. Сегодня литургия прошла с допомогой ведущих специалистов по жестовым перекладам на баженствах с Беларуси и Украины.